Здорово, это опять я, и опять я в машине. Да. Назовем это неофициальной первой серией реалити-шоу «Привет, Вован», так как снималась она в марте этого года с моими друзьями-роллерами в скейт-парке. Правильнее будет сказать, это ролик из неизданного, и еще, кстати, парочка таких в наличии имеется. Итак, «Привет, Вован», первая неофициальная серия. Такой день, знаете, придумывание трюков. Придумываешь всякие трипл-корки, там, сноуборд. Вот, то же самое мне интересно стало на роликах. Я почему-то хотел трюк назвать Infinity. Затем мы придумали парочку трючков, которые сейчас покажем вам. Комментируйте, лайкайте. Чё полы-то моешь? Давай на всех фигурах так сделаешь. Jump to the Royal. Cedric Eisen. Это анонизм называется. Это апельсин. Яблочная пломбирка. Трипл ковбой. Трипл ковбой. Все, успешно? Рельсы, рельсы. Шпалы, шпалы. Ролик подержи, а вы что подумали, блядь? Трюк называется «Раненый мэн, бегущий человек». Раненый? Раненый мэн. Трюк называется «Зольдат». Привет, Бантусу! Армию тебе надо! Трюк называется... Подожди, полет бабочки. Бабочки. Трюк называется «Рукоятка». Выдали ролики сегодня, блядь, чтобы пацан баловался от души. А! Трюк называется «Казак и разбойник». Ты пять, тебе два. Да я баса вчера видел, какого бреда. До этого у тебя было 4 с плюсом, теперь 2. Спасибо за внимание. Будем рады вас видеть снова.